В обычной с виду многоэтажке по адресу Фрунзе 32 в первой квартире приветливо открыл свои двери проект под названием «Добрый сундучок». Акция для рязанцев новая и, возможно, немного необычная. Этот проект предназначен для обмена детскими вещами, так как дети растут в наших семьях очень быстро, и вещи постоянно нужно менять. И этот проект будет очень, я думаю, помогать нашему населению не идти в магазин за новыми вещами, а прийти сюда и поменяться, то есть зная, что здесь хорошие вещи, такие же, кто-то принес, то есть также обменял. В небольшой комнате разместились вещи для мальчиков и девочек от 0 до 12 лет. При этом здесь не только одежда, но и обувь, и игрушки. И любой может принять участие в проекте. Нам приносит человек вещь, мы оцениваем ее по какой-то условным единицам, то есть по каким-то баллам. Вот. Оцениваем его вещь, чтобы вещь была не рваная, не грязная, то есть в нормальном состоянии, чтобы другой человек мог ее забрать себе и спокойно одеть. Количество баллов определяется по цене аналогичных вещей в магазинах. Правда, исчисляются они не в рублях, а в баллах или условных единицах. Ну вот если вещь, допустим, вот как бы вот она хорошая, но она не совсем, вот она, допустим, стоит 200 условных единиц, да? То есть вот на эти 200 условных единиц человек может там себе взять. А вот вещи, которые вот у нас, допустим, есть вот хорошие вещи, там, вот, допустим, кофточка, вот есть детские вещички, которые совсем новые, вот они, естественно, они стоят подороже. Проект придумали совсем недавно, и воплощение он нашел в небольшой квартирке на первом этаже. Работает они только по пятницам и субботам, однако принести одежду можно в любой день. Главное – заранее договориться с организаторами. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».